первым днем зимы в Ульяновске начнутся и первые преображения к главному зимнему празднику. Город украсит уже привычные для жителей фигуры оленей, лошадей, снеговиков и медведей, а также световые шары. Сейчас большая часть сказочной иллюминации, это порядка 20 фигур, находится в подсобных помещениях городского центра по благоустройству и озеленению. Светодиодные композиции, которые ремонтируются, приводятся в порядок. Это покраска металлического каркаса, замена светодиодных гирлянд, светодиодных элементов. Данные фигуры будут выставляться на площадях, скверах и улицах города Ульяновска. В этом году к Старой гвардии зимних героев добавится еще 4 новых оленей и 3 снеговика. Одну из улиц Заволжского района украсит светодиодная композиция в виде самолета. Будет в Ульяновске стоять и новый красочный паровоз. Продолжается в региональном центре работа по монтажу и ревизии уличных гирлянд, закупленных в прошлом году. Также одновременно мы устанавливаем новые гирлянды. Данные гирлянды будут установлены дополнительно в разных районах города Ульяновска, также и на кольце Пушкарева. На электроопорах Пушкаревского кольца, например, в скором времени засверкают панно с изображением герба города. А на ульянских мостах и путепроводах за месяц разноцветные праздничные огни можно уже сейчас. Всего совокупность старых и новых гирлянд составит около 200 километров. Почти такое же расстояние разделяет Ульяновск от Казани. Рената Алиулова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.